Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня мы поговорим о таком интереснейшем движении, как бодипозитив. На самом деле замечательнейшее и нужнейшее движение, так как оно защищает и адаптирует, реабилитирует людей, у которых есть, ну, своеобразное, не такое, как у всех, развитие тела. То есть я думаю, что очень неплохо бодипозитивно относиться к людям, у которых есть, соответственно, нарушение развития роста, или, может быть, к людям, которые даже вписываются, да, в норму по развитию роста и нет деформации костей, но в том числе, соответственно, все же есть, ну, допустим, многие, да, парни, вы знаете, они просто комплексуют, если у него там рост, ну, 1,65 м, так вот сложился, вышел, он не вырос. Хотя, в принципе, это, ну, не считается патологией, да, как правило, никаких там патологических за собой изменений других не несет. Но, тем не менее, вот такому человеку можно относиться к себе бодипозитивно. Или, допустим, есть люди, у которых, соответственно, различные аномалии развития кожи, да. Есть люди, у которых, соответственно, какие-то специфическое развитие длины конечностей, да, и так далее. И это уже, ну, не изменить, как правило, да. И в этом случае мы, конечно, действительно нашему клиенту, пациенту, неважно, человеку, брату, свату, все равно, ну, должны донести, что в этом может быть какая-то и своя изюминка, своя красота, и человек должен как бы полюбить свое тело. И, ну, если где-то общество и кто-то грубо к этому отнесся и непонятливо, да, не обращать на это внимания, любить себя действительно таким, какой он есть, со всеми его особенностями, да, вот, допустим, ну, люди с той же акрами, гореей, да, то есть вот эти вот все вещи. И, соответственно, есть совершенно другая сторона. В первую очередь, я как врач, что могу сказать? Большинство людей, которые я вижу, которые там защищают бодипозитив, они просто имеют эндокринные заболевания. И этот лишний вес, который они пропагандируют, что это бодипозитивно и прочее, обусловлен вашей инсулинорезистентностью. Это патологическое состояние, которое можно объяснить абсолютно научно. Если вы сдадите анализы, я не думаю, что у вас будет индекс HOMA-IR в норме. Я не думаю, что у вас будет лептин там в норме. Я не думаю, что у вас будут гормоны щитовидной железы прям идеальные, да? И понимаете, соответственно, в чем смысл? Смысл в том, что нужно не путать заболевание, которое излечимо, заболевание, которое, понимаете, есть люди, ну, вот он родился, к примеру, да, там, с небольшим даже каким-то ростом. И это не влечет, ну, там, 1,65 м, да, допустим, молодой человек, это не влечет никаких последствий, или там 1,60 м даже, он, к примеру, теоретически самый распространенный случай, где бодипозитив полезен, вот, не несет патологии в его здоровье. Это не говорит о том, что он завтра может пострадать как-либо, в первую очередь заболеть от этого как-то особенно, да, вот. А диабетики, то есть люди, ну как их назвать, там по-любому есть, если у вас индекс массы тела превышает, это не здоровье, это не позитивно, вы разрушаете свое тело, и это как алкоголик, который скажет, что меня не нужно лечить, меня не нужно трогать, я решил к своему алкоголизму относиться позитивно, и я на сегодняшний день отказываюсь от лечения, потому что мое тело – мое дело, и, соответственно, я и дальше буду продолжать пить. Ну так он несет, ну, с собой негатив и в социум этим. Если алкоголик пьет, ну, у него может быть, да, делирий, допустим, и, соответственно, он может в состоянии делирия навредить кому-то. Или даже если это, ну, не такой яркий алкоголизм, когда присутствуют частые делирии, ну, допустим, он, может быть, у него будет нездоровые дети.
То же самое при диабете. Это риск множества заболеваний. Если вы забеременеете, и у вас будут дети, они могут быть как бы нездоровыми, понимаете? И поэтому это уже не только ваше дело, но и дело врачей. Я как врач вас всех призываю, если кто-то меня смотрит, отделять зерна от плевел, да, те люди, кто занимается бодипозитивом. И если у вас, соответственно, что-то поправимо в вашем здоровье, если у вас просто лишний вес, обусловлено это гормональным фоном, это все лечится, я вам говорю, как врач-эндокринолог. Соответственно, это все можно поменять, изменить и, соответственно, стать, ну, войти в норму по индексу массы тела, опять же. Никто не говорит вам становиться моделями, бодибилдерами, какими-то еще кем-то таким. То есть просто, соответственно, быть здоровыми, иметь здоровых детей, если вы хотите этих детей. Вот. Ну и в любом случае, еще за что мы боремся в медицине, это, конечно же, даже если вы не хотите детей, вы должны сохранить максимально репродуктивную функцию, пока вы ее не выполните, да, потому что, ну, вдруг вы завтра передумаете, у вас что-то поменяется, а будет уже поздно все. Потому что, допустим, у мужчин с лишним весом, да, может расти и эстрадиол, и пролактин, и, да, мы же не знаем, почему там у него этот лишний вес и так далее. Это очень часто может приводить, ну, в запущенных случаях, ну, к бесплодию. Вот, ну, там, опять же, важно, что люди, у которых лишний вес, они не обследованы. И мы можем подозревать все, что угодно у него. Это не значит, что этот вот сам лишний вес вызвал, да, вот этот вот конкретный гормональный сбой. Бывает так, что у человека и так уже гиперпролактиномия, да, то есть, ну, там, на фоне пролактиномы, допустим, да, соответственно, он берет, еще начинает кушать, относиться к себе бодипозитивно, кушать все подряд, конечно же, вот, и, соответственно, наслаивается одно на другое, у него и так эстрогенов много, он еще жирочек поел, жирочек этих эстрогенов добавил, да, вот, там углеводики, кола, бургеры, все дела, вот, и в результате мы имеем человека уже очень-очень сильно больного по всем фронтам, тестостерон там внизу, вот, поэтому, соответственно, у женщин не лучше клиническая картина, ну, последствия очень много разные, и вспомните это варикозные разные расширения вен и так далее, это не здорово, но если у вас какие-то, когда показывают, да, вот, бодипозитивных, настоящих бодипозитивных людей, если это какие-то неизменимые, соответственно, состояние в здоровье, ну, конечно, вы, во-первых, вы походите по специалистам, очень часто такое бывает, да я ходил в поликлинику, мне сказали, второй диабет не лечится, кто сказал вообще, и там, это вообще корректируется, и, ну да, он там, у вас просто как акцентуация останется, но это все можно исправить. Так что убедитесь, что ваше заболевание, которому вы решили, последствиям которого вы решили относиться бодипозитивно, является неизлечимым. И все равно, даже если оно является неизлечимым, это не повод относиться к нему бодипозитивно, потому что вы в первую очередь должны убедиться, что вы все меры приняли к тому, чтобы это заболевание не, соответственно, развивалось и не укоротило ваш срок жизни, и опять же, чтобы оно еще и не влияло на ваше качество жизни, да, то есть подъем по лестнице без отдышки, возможность прогулок на свежем воздухе, да, чтобы там не было каких-то там сердечных приступов в этот момент от долгих прогулок, ну, какие-то такие простые банальные вещи, возможность заниматься сексом, опять же, чтобы сердечно-сосудистая система, да, позволяла. Вот, особенно очень часто после 40 у мужчин такое вот бывает. Вот, также, ну, у женщин все эти вещи бывают, ну, настолько лишний вес и прочее, женщина, ну, физиологически не может уже провести там половой акт тоже, по, ну, когда очень речь об ожирении, да, идет. Вот, поэтому, чтобы, ну, на ваше качество жизни вот эти вот вещи не сказывались. Следите за собой, дорогие друзья, будьте здоровы.
Я жду вас в своем инстаграме и на своих онлайн-консультациях.